Генеральный спонсор прогноза погоды – торговая марка «Помпа». Во вторник в Самарской области облачная с прояснениями погода, плюс 27, плюс 29 днем, ночью 18-20 выше 0. Ветер юго-западный, северо-западный, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани на небе облака, днем плюс 27, ночью 19 выше 0, юго-западный ветер, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти ясно, днем плюс 27, ночью плюс 20 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду. В Самаре малооблачно, возможен небольшой дождь, плюс 27 градусов в дневное время, ночью плюс 19. Ветер юго-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 37%, температура воды в реке Волга 24-25 градусов. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.